незазвичайною проблемою. Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». З вами працює журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною у студії голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Іванович Меріков. Ми будемо говорити на питання економічного характеру, а також, що стосується інфраструктури Миколаївської області. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Доброго вечора, глядачі. Давайте поговоримо про насущну таку проблему, яка зараз має місце в Миколаєві. Це шляхи. Конкретно шлях Н-11, який проходить через декілька районів. І, зокрема, як ми знаємо, в Новобузькому районі це вже перелило через край незадоволення людей. Вони мусили перекривати цей шлях. Що зараз там відбувається і які перспективи цього? А щоб нам було краще розуміти, про що йде мова, я пропоную нашим колегам за великим склом включити інформаційні кадри, які нам допоможуть побачити цю картину і поговорити. Отож, Новий Буг. Перспективи, що там робиться, в якому стані шляхи, ми зараз бачимо. Ось от така от ситуація. Машини їздять на мінімальній швидкості, тому що проїжджа частина дуже в такому поганому стані. От ми бачимо в маршрутці Дніпропетровськ, Кривий Ріг, тобто Казанка, Новий Буг, Миколаїв, Баштанка. Оце ті райони, які, зрештою, сяк-так потерпають від поганих доріг. Оце конкретно під Новим Бугом. Ось це, зрештою, і зрозуміло незадоволення громадян, які мусять такими дорогами їздити. Отож, ми можемо зараз поговорити, що робиться для того, щоб мінімально хоча б виправити цю проблему. Да, Александр, ви праві. Ситуація достатньо складна, що стосується дороги Н-11, що стосується дороги Миколаїв-Кіровоград. Там не лучша ситуація, но тем не менее для нас сейчас важно, чтобы эти дороги не были закрыты и чтобы транспорт мог двигаться в этих направлениях. Поэтому принято ряд важных решений на уровне обладминистрации, также на уровне Укравтодора даны поручения областному автодору для того, чтобы провести в кратчайшие сроки некапитальные, к сожалению, ремонты отрезков дороги Н-11 со стороны Днепропетровской границы от Казанки до Нового Буга и от границы до Казанки. На данный момент уже сформированы бригады, 7 бригад, завезено часть материалов для того, чтобы приступить к работам. Сейчас температурный режим позволяет для того, чтобы выполнить данные работы. Опять-таки, я повторяю, не капитальный ремонт, это ямочный ремонт, который крайне важен и необходим для того, чтобы была проезжая составляющая данной дороги. Но эта ситуация не спасет, конечно же, дорогу в целом, и нам необходимо планировать бюджет 2016 года. Я не говорю сейчас только об областном бюджете, а о государственном бюджете. Но неоднократно направлялись письма на кабинет министров по поводу выделения средств из резерва государства, но пока данный вопрос рассматривается. В 2016 году я все-таки надеюсь, что при поддержке народных депутатов, которые сегодня крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся на дороге Н-11 и дороге Николаев-Кировоград, вот мы сможем получить из государственного бюджета средства на ремонт и строительство дороги. 139 километров дороги Н-11, которые пролегают через Николаевскую область. В этом году мы выполнили работы, что касается участка от Николаева до Баштанки. Работы выполнялись в долг, выполнено более чем на 20 миллионов. Сейчас эти долги постепенно гасятся. Поэтому нам крайне важно, чтобы мы имели средства для ремонта. Если говорить открыто, мы готовы сегодня ремонтировать, мы готовы сегодня выполнять работы. Люди работают, поверьте, что в долг по причине того, что не выплачена так заработная плата. На завтрач, фактически. Совершенно верно. Мы обеспокоены ситуацией, которая происходит. Я думаю, что, конечно же, люди, особенно что касается передвижение и в больницу, и в населенные пункты практически
невозможно, поэтому будут выходить на улицы, будут с протестами, но тем не менее они также должны входить в нашу ситуацию. Для этого мы создали совет при обладминистрации по ремонту и сохранению дорог, для того, чтобы мы рассматривали вопросы, для того, чтобы мы могли вынести вопросы на обсуждение и министерства, и кабинета министров, и таким образом выйти из сложившейся ситуации. Такая дорога у нас не впервые. Мы видели дорогу в 2000-2001 году, дорогу Николая в Одесса, и которая приведена в порядок и отремонтирована. Поэтому я знаю, что мы отремонтируем. Деньги из бюджета мы получим в 2016 году и сделаем нормальный капитальный ремонт. Сейчас нам главное восстановить ту часть, которая практически не проезжаемая, потому что вы видите, что транспорт двигается по полям. Да, по полям. Нам надо восстановить эту часть. Для этого мы уже приобрели 2500 щебня, который будет соответственно, направлен на ремонт данной дороги. Вот. Но в целом проблему необходимо решать более глобальнее, потому что данные проблемы и в других областях, в Херсонской области, в Одесской области, нам необходим региональный фонд дорожный, который будет наполняться из бюджета области с определенных налогов, и мы будем знать, что мы можем это использовать. Министр инфраструктуры буквально несколько дней назад заявил о том, что для того, чтобы восстановить дороги, необходимо годы и миллиарды гривен, долларов по Украине. Вот я часто уже говорил и буду говорить о проекте дороги Львов-Кировоград-Николаев-Херсон, который финансирует Мировой банк, 650 миллионов, и мы попадаем в этот проект. Поэтому, что касается дороги Кировоград-Николаев, по предварительным данным, в апреле месяце начнется строительство данного проекта. И это уже будет новое качество дороги, бетонное основание. Вот такие дороги должны быть в Украине. Ну, поэтому это нам еще задоволение. Конечно. А поверьте, что то, что мы ремонтируем, ямочный ремонт, это тоже очень дорого. Но это некачественно, и практически каждые два года необходимо ремонтировать заново. Поэтому лучше один раз построить, и эти дороги будут служить долго. Но для того, чтобы они служили, необходимо, чтобы мы еще и сохраняли эти дороги, и научиться сохранять. Поэтому, опять-таки, в этом году, по информации с Министерства инфраструктуры, будет закуплено порядка 100 весовых комплексов стационарных, которые смогут быть размещены на дорогах Украины, и, соответственно, весовые комплексы должны работать и контролировать, совершенно верно, и контролировать груз на транспорте. Ну и, конечно же, разгружать наши дороги, это железная дорога, это водный транспорт, который также необходим. Поэтому мы в 2016 году будем рассматривать вопрос выделения из областного бюджета средств на совместный ремонт местных дорог с советами районов и городов. Я не знаю, какая еще будет сумма, но однозначно эта статья будет в бюджете 2016 года областного совета. Підсумовуючи питання наше по автошляхам, от в Новому Бузі, наскільки я знаю, от ви говорили, що працює 7 бригад, і відповідно до температурного режиму роботи будуть тривати. Доки є погода, ми будемо це робити. Будуть завтрашні, якщо у нас погода останеться прежней, да, не буде дождя, снега, значить завтра приступять к роботі. Сьогодні проходить накоплення матеріалів для того, щоб їх використовувати і відновлювати дорогу, ямочний ремонт производити. Давайте тепер зараз поговоримо про дороги, які не вимагають твердого покриття, про водні шляхи, маю на увазі роботи з днопоглиблення. Це ще одне інфраструктурне питання, яке потребує свого вирішення і потребує інвестицій, зрештою принесе вигоду. Хто буде займатися тим, щоб миколаївські річки, які мають перспективу річкового перевезення, робилися глибшими і, зрештою, який економічний ефект від цього очікується? Прошу. Ну, мы неоднократно говорили, что Николаев, Николаевская область – это транспортный центр юга Украины, вот, это аграрный центр.
И для этого нам необходимо создавать инфраструктуру. И что касается морехозяйственного комплекса, 20 лет не было государственных инвестиций. В основном это частные инвестиции, капиталовложения крупных компаний, таких как Бунге, Нобел, вот, которые готовы развивать свои мощности, но, к сожалению, что касается государства, у нас постоянно проекты уходили в Одесскую область, в Автономную Республику Крым, вот, но не в Николаевскую. Поэтому сейчас остро стоит вопрос, и опять-таки я благодарен народному депутату Козырю Борису Юрьевичу, который смог убедить транспортный комитет и провести заседание выездное в Николаеве для того, чтобы рассмотреть как раз ряд важных вопросов, в том числе дноуглубление Днепробужского канала, и в том числе это проект ночной навигации, который крайне необходим для того, чтобы судопроход был в ночное время, круглосуточно. Это проект, который несет за собой вложение десятки миллионов гривен. Это территория морского порта, дноуглубление, а также строительство дополнительных причалов, что крайне необходимо, потому что есть сегодня спрос, и вы видите, какой рост идет по переработке грузов. По итогам 9 месяцев уже около 20 миллионов морской наш порт перевалил грузов. И тенденция роста однозначно будет, потому что строятся дополнительные терминалы, которые по году будут переваливать там, миллионы тонн. В связи с этим государство, получая сборы налоги, конечно же, должно и возвращать в тот регион, откуда получают. Потому что если мы не будем вкладывать, значит, эта инфраструктура будет ухудшаться, и в конечном итоге мы потеряем инвесторов, в конечном итоге мы не будем дополучать прибыль как государство, так и местное самоуправление. Соответственно, вот эти вопросы мы достаточно поднимали на высоком уровне от Министерства инфраструктуры до государственного предприятия администрации морских портов Украины, и наконец нас услышали. Я надеюсь, что проекты, которые уже в работе и будут спроектированы научными институтами, в будущем году будут реализованы. По крайней мере, они находятся на моем личном контроле, и я провожу постоянные совещания с нашими руководителями и государственного предприятия «Дельта Лоцман», и государственного предприятия «Морпорт». Вот. Сегодня я вижу, что руководители заинтересованы, и непосредственно администрация морских портов Украины в бюджет 2016 года внесла те суммы, которые необходимы для реализации. Я вам приведу пример, что морской порт в инвестиции 2016 года запланировано более 120 миллионов гривен. До этого на протяжении 5 лет мы не видели вообще кап инвестиций. Кроме заработных плат, они даже не могли отремонтировать внутри порта дорогу. Поэтому это достаточно серьезно, и, соответственно, те инвесторы, которые сегодня развивают свой бизнес на территории порта, они также будут видеть, что государство вкладывает в инфраструктуру. Я думаю, что вот такую тенденцию нам необходимо продолжать. И что касается дноуглубления, это, конечно, проект не одного года, но тем не менее мы сможем увеличить грузооборот и проход судов более 50 тысяч тонн, что, соответственно, прибыли принесет сам канал по проходу судов. И мощность переработки грузов увеличится от 35 до 40 миллионов тонн. Это тоже достаточно значительно. И это у нас прописано в нашей программе развития Николаевской области 2020, которую мы приняли в этом году. Дякую за фаховий коментар. Давайте трохи змінимо вектор нашої бесіди. Буквально пару тижнів тому топ-темою була тема виборів в Миколаївській області. А зараз, коли вже вибори відбулися, інтрига зберігається щодо дати першої сесії наших органів місцевого самоврядування, що міської Миколаївської, що обласної ради. Що вам відомо, коли це відбудеться і які питання будуть розглядатися? Що вам про це відомо? Територіальна комісія
Областная приняла решение о проведении сессии 3 декабря в 11 часов утра. И, конечно же, это работа уже аппарата областного совета, вот, формирование порядка денного, но мне пришло сегодня приглашение от территориальной комиссии, поэтому я буду присутствовать. Мне очень приятно то, что состав депутатского корпуса будет новым, и прошли достаточно демократические, патриотические партии, которые готовы сегодня к развитию нашего региона и формированию демократического большинства для того, чтобы те программы, реформы, которые мы реализовываем, поддерживать. И это крайне необходимо и важно, потому что этапы экономической децентрализации показали свои результаты, потому что у нас впереди административная децентрализация, которая очень важна и необходима нашему региону и Украине. Но для этого мы должны иметь, ну, скажем так, хорошее намерение, не только намерение, но и факты, да, экономической децентрализации, факты объединения громад, что даст нам при объединении, и депутаты, которые должны понимать и быть спикерами, объяснять прежде всего людям, которые голосовали за депутатский корпус. Вот. Поэтому я думаю, что сессия пройдет достаточно спокойно, ну, если будут избираться состав комиссии, главы областного совета, ну, это уже право президии областного совета, который будет избран на первой сессии. Я еще пока этого не знаю. Но готов однозначно к работе, потому что у нас впереди бюджет 2016 года. Очень важные вопросы для области, которые необходимо рассматривать, потому что сессии уже более 3 месяцев как нет, не было. Вот. И я вам скажу, что предварительно бюджет 2016 года будет увеличен порядка на 30-40% бюджет развития. И эти средства, конечно же, мы будем направлять на свои структурные подразделения, мы будем направлять на те же дороги, как и в этом году мы направили 12 миллионов, что достаточно мало, но тем не менее на местные дороги были направлены с областного бюджета. Сейчас мы рассматриваем также вопрос приобретения медицинских для медицинских учреждений, вот, различного оборудования. Вот, мы планируем приобретение 19 школьных автобусов, которые необходимы для наших районов, для того, чтобы подвозить детей в школы, в детские сады. И это тоже все вот в 2016 году. Поэтому я очень рассчитываю на то, что депутаты будут активно работать и будут помогать сегодня обладміністрації. Ми торкнулися питання економічної децентралізації. Як цей процес відбувається в районах і чи отримали додаткові кошти, наскільки вони великі? Ви знаєте, в районах маю на увазі. Так, да, звісно. Да, я і скажу, що стосується Ніколаївської області, ми отримали 117% і перерозподілили средства по итогам 6 месяцев, вот, направили дополнительно на образование, на наши больницы, вот, и, конечно же, наши районы также получили дополнительные средства из уже в местные бюджеты по итогам экономической децентрализации, потому что ряд налогов, которые ранее не относились к местным налогам, сегодня они относятся к местным налогам. Я могу привести некоторые цифры, допустим, выполнение там в Жовтневом районе финансового плана по итогам 9 месяцев порядка 120%. Вот. Есть города, которые не рассчитывали на, допустим, акциз 5%,
Сегодня они получили более 300%, чего не ожидали. Они уже знают, как они их вытратят. Конечно, это и ремонт дорог в городах областного значения, на которые достаточно было в этом году направлено средств. Это и ремонты наших школ, детских садов, больниц. Вот, это достаточно большой ресурс, который сегодня используют местные громады. И вы знаете, что 2016 год, я уверен, что будет гораздо улучшен по причине того, что есть налоги, которые регулируются непосредственно местными советами, и для этого необходим хороший анализ. Я рекомендовал на встрече с мэрами городов Николаевской области, чтобы они провели анализы вот таких регулируемых местными советами налогов и сборов. Крайне необходимо и важно, потому что они смогут пополнить свой бюджет и, естественно, направить его на инфраструктуру своих населенных пунктов. Вот. Поэтому работы, конечно, очень много, и сейчас нам очень важно, чтобы 2016 год полностью был профинансирован со стороны государства, со стороны местных советов. Я еще раз повторяю, что важно в декабре месяце принять бюджеты наших городов, районов, сел, и, конечно же, главный бюджет области. Давайте поговорим про проблемні питання. Декілька тижнів тому заводчани з заводу імені 61 комунара знову виходили до облдержадміністрації, знову вони мали свої претензії обґрунтовані, тому що дуже велика заборгованість. Що робиться обласною державною адміністрацією, щоб цю проблему знівелювати або зменшити? Які звернення? Чи знають в столиці про ці проблеми? Тому що люди дійсно без заробітної плати. Що рокується? Да, проблема не одного месяца и, поверьте, не одного года. На самом деле государственное предприятие, судостроительный завод имени 61 коммунара, проблемное с финансовой точки зрения по причине старых долгов, невыполненных обязательств перед заказчиком, нерезидентом нашего государства. И, к сожалению, предприятию не дает возможности выйти на стабильный этап работы. Но долги, конечно, накапливаются ежемесячно, и более 800 человек, которые работают на предприятии, должны получать вовремя, независимо от того, что было ранее сделано. Поэтому создана, во-первых, рабочая группа по оптимизации и выходу из кризисной ситуации данного государственного предприятия. Направлены ряд обращений на крупный концерн «Укроборонпром», непосредственно на руководителя Романова, для того, чтобы также эксперты и представители смогли оценить ситуацию на предприятии. 18 миллионов задолженность – это большая задолженность, и буквально в 2014 году, в мае месяце, был погашен долг порядка 16 миллионов гривен из государственного бюджета. Сейчас концерн на это не идет, и, соответственно, правительство не выделит просто из бюджета государства средства для того, чтобы погасить. Ставится задача руководством концерна, и мы, естественно, также ставим задачу руководителю предприятия для того, чтобы находили новые заказы, для того, чтобы смогли обеспечивать заработную плату работникам и развивать предприятие, в том числе оптимизировать предприятие, потому что крайне необходима оптимизация. Огромная территория, много производственных цехов, которые не используются и тянут за собой, естественно, затраты, большие затраты. В связи с этим руководству необходимо
ряд таких важных решений по договорным отношениям с Министерством обороны. И вот в этой части мы как раз идем навстречу и работаем непосредственно с министром, непосредственно с группой, которая занимается судоремонтом и размещением заказов. Поэтому подписаны в прошлом месяце подписаны новые контракты. Я надеюсь, что все-таки эти контракты будут реализованы по ремонту военных кораблей на территории 61-го завода. И немного вот ситуация изменится на данном предприятии. Но опять-таки нам надо более глобально думать, и в этом случае я буду обращаться к кабинету министров по дальнейшему существованию данного предприятия и его вот выведению из кризиса. У нас залишається буквально 2 хвилини. Хотів би поставити своє останнє запитання. Що зараз відбувається на заводі «Океан»? Інформація в інтернеті прийшла, що там, немов би, доводять до банкрутства. Що там насправді? Що вам відомо? Ви знаєте, завод «Океан», у нас взагалі проблема судостроительной отраслью, опять-таки, не одного года, а уже на протяжении 10 лет. И Черноморский завод банкротится. Вот, я думаю, что правоохранительные органы должны более тщательно проверить банкротство и доведение до банкротства предприятия. И практически все то же самое происходит и с заводом «Океан». Буквально сегодня я получил от трудового коллектива обращение. Вот, обязательно вместе с юристами я буду изучать и, соответственно, реагировать. Те решения, которые приняты нашими, в кавычках, самыми справедливыми судами в Украине, к сожалению, нарушают права работников предприятия завода «Океан», и мной будут подготовлены обращения в прокуратуру для прокурорского реагирования. Данное предприятие необходимо также выводить из кризиса. Есть собственники, есть кредиторы, и, соответственно, они должны садиться за круглый стол и определяться в дальнейшем, что будет происходить. Потому что такая большая территория, которая сегодня, огромная территория, которая сегодня востребована в инвестиционном плане и в портовской отрасли, и те цеха, которые и доки, которые существуют сегодня на данном предприятии, крайне необходимы, и они могли бы быть востребованы непосредственно в профильном направлении, в судостроении, судоремонте. Потому что, насколько мне известно, на предприятии выполняют судоремонт одесские, херсонские компании, которые просто арендуют площадки для выполнения работ. Значит, и предприятие может жить, может спокойно работать и, соответственно, выплачивать долги. Потому что долги по заработным платам, потому что долги тоже около 20 миллионов гривен работникам завода «Океан». Проблема есть, с которой необходимо разбираться, и буду еще раз обращать внимание, чтобы правоохранительные органы более тщательно подошли к данной сложившейся ситуации на заводе «Океан». Дякую вам за коментар. На цьому час нашої програми вичерпано. Шановні глядачі, на цьому ми з вами прощаємось. У нас в гостях був голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Іванович Меріков. З вами був журналіст Олександр Молодцов. На все добре, до зустрічі в ефірі.